Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Обладатели этого имени переполняет воодушевление и жажда деятельности. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Встречающиеся на пути препятствия для этого имени лишь подстегивают их деятельную натуру. Они не умеют вовремя остановиться и отдохнуть. У этих людей в голове всегда полно идей. Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Эти люди могут подчиняться обстоятельствам, но до определенного времени. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Без преувеличения можно сказать, что усмирение этой личности и направление ее в нужное русло порой граничит с настоящим героизмом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.